можешь расслабиться. Все будет хорошо. Ничего страшного не случится, Сэмми. Вероятность того, что ты переживешь операцию, весьма, весьма высокая. Ты знаешь мое имя? Знаю. Ты думаешь, что я чудовище? Это не так. Я делал лишь то... Неправда! ...что было совершенно необходимо. Вечная жизнь — это вечный поиск запчастей. Если что-то отказывает, например, глаза, их надо заменить. А бывает, что-то портят. Как твой отец, который вырезал мне сердце? Это было очень больно. О, можешь представить мою радость, когда я прочел о себе в его дневнике. У нас тут получается что-то вроде семейного торжества, верно? Ну что ж, я думаю, пора переходить к делу. Стреляй еще. Ножик. Тебе что, не знакомо слово бессмертие? Впрочем, сердце мне жаль, оно было совсем новым. Чудно. Значит, качает хорошо. Разгоняет по телу эту жижу. Я прихватил пузырек наверху и окунул в него нож. Нет.